Меня зовут Елена Залеска, я HR-директор фэшн-модное бюро. Это агентство, которое занимается подбором персонала в сфере закупок, продаж и производства, и также телеграм-канал «Работа фэшн». Мы сегодня на панельной дискуссии обсуждали карьерные треки. Очень интересный получился симбиоз из спикеров, потому что мы затронули ритейл, производство, онлайн-продажи. И обсудили, какие профессии сейчас востребованы, какая система мотивации в ритейле работает больше всего, вот, и как же все-таки мотивировать вообще сотрудников на выход именно работы в компании. Обсудили CRM-систему при поиске персонала, обсудили, почему же так мало откликов сейчас получают работодатели, обсудили, чем отличаются онлайн-профессии, какие наиболее востребованы, как же их лучше всего привлечь, вот, ну и новые, какие заработные платы, да, насколько рынок труда поменялся именно сейчас. Выставка растет, появляются новые специалисты, новые интересные российские компании, бренды, и становится интересно общаться именно в перекрестных, то есть здесь встречаются совершенно разные сферы фэшн, как я уже сказала, это ритейл, производство, онлайн-торговля, маркетплейсы, и тем интереснее, потому что один вопрос, даже карьерный, да, он рассматривается под разным углом. То есть мы вот, например, сейчас столкнулись с разными мнениями, то есть кто-то сказал, что CRM-система хорошо работает в подборе персонала, у нас наоборот, как бы это стало работать карьерные базы специалистов, они работать стали хуже, потому что очень часто специалисты стали обновлять свои профессии и переквалифицироваться на другие специальности, то есть для них это уже то, что было год назад, не актуально из-за того, что экономика труда в том числе, она быстро очень меняется из-за событий, вот то, что происходит у нас в стране.